Merhaba, hoş geldiniz. Turkish.com приветствует вас, и я, Анна Ракаева, сегодня вам в этом видео расскажу. В прошлом видео было несогласие, а в этом видео согласие. Согласиться на предложение руки и сердца. Итак, всем известно распространенное слово «Evet, canım! Evet, aşkım! Evet!» «Evet» — это «да». «Çok istiyorum!» «Evet, evet!» Эвет. Да. Тамам. Еще более распространенное слово, да? Тамам, тамам. Тамам. Хорошо. Тамам. Тамам, тамам. Хорошо, хорошо. Улур, табики улур. Помните, олмаз – это невозможно. Улур – это возможно. Улур – возможно. От слова олмак – быть. То есть дословно это может быть. Улур. Эльбетте. Ха! Аркадашим. Эльбетте. Эльбетте – это «конечно». Эльбетте – попробуйте, как я. Эльбетте – «конечно». А еще одно популярное слово – «табики». «Таби-таби», «эвет-эвет», «гель-гель», «таби-таби». «Табики» – тоже «конечно». «Табики». «Чок гюзаль», «чок гюзаль», «чок гюзаль», «ай, харика», «чок гюзаль». Это красиво. А когда мы это можем сказать? Вам что-то предлагают, какая-то идея, да? И вы говорите «Эвет, чок гюзаль!» Итак, «мюмкюн». Слово «мюмкюн» тоже переводится как эквивалент «ладно, ладно, ладно». «Тамам». Вы можете еще услышать эквивалент «тамамдыр». «Тамамдыр» — это тоже согласие. Хорошо, «тамамдыр». Но более такое официальное, да? «Олур джаным». Часто, возможно, слышали «хайр». Мюмкюн дейль. А теперь будете знать мюмкюн. Возможно. И мое любимое выражение с удовольствием. Это мемнуниетли. С удовольствием. Вам кто-то предлагает чай и стармысынес? Мемнуниетли речайдерым. Пир бардак. Анлаштык, говорится в гечмиршзаман в прошедшем времени. Анлаштык. Мы договорились. Анлашмак – это договариваться. Анлашма – это договор, чтобы вы знали. И по-турецки вы тоже знаете. Видео смотрели вчерашнее. Сегодня в ленте я его выложу обязательно. И напоминаю, что Turkish.com работает в самом разгаре. Проходите по ссылочке на сегодня. И надеюсь, Инстаграм пропустит это видео, иначе... Кабуля дюрум. Кабулитмек. Присоединяться, принимать. Кабуль. Принимаю. Кабуль. Бельки. Бельки, бельмюрум. Кем белирки? Бельки. 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 Что же такое за слово бельки? Бельки – это тоже слово «возможно». Сколько у нас возможно? Görüşürüz.